Какой обалденный цвет вот у этого ивака. Ой, напоминает лиазики советские. То ли этот автомобиль очень тихий, то ли я оглох. В смысле, еще сильнее. Отдельный уровень мер для AdBlue. Симметричен. Здесь топливом. Вот эта вот синяя хрень. Жалко, что нельзя заливать ее отдельно от топляка. И с аккумуляторами так тут ничего и не сделали. Нет имитации аккумулятора и все. Или тартера, похоже, что же нет. Лучший ретартер — это, конечно, горочка, я понимаю. А все-таки.
Я так понял, у них светоотражающая разметка появилась. Чем коровы светятся. Рисковый парень. Thank you.
Блин, как же ты громко зеваешь, а? Кстати, надо предложить... А, хотя, впрочем, у них есть фича, которая отключает эмуляцию усталости. Просто если реально спать хочется, то эта эмуляция, она вообще раздражает. Помнится, кто-то предлагал сделать эмуляцию отлива. Ну, так сказать, едешь, блин, надо отлить. Вот. Жаль, идея не прижилась, идея неплохая. И еще, если нельзя заезжать на заправку по встречке, то вместо нарушений нужно разрешать, так сказать, оставить тягач с фурой на обочине. И сбегать с канистры на заправку. Уолкера, как в Fight Gear, нет, вот это жаль. Очень хотелось бы, чтобы можно было пешком походить. Но это, конечно, так, хотелки. Или мне просто надо встать со своего стула в реале и, так сказать, размяться в реальности. А то что-то все затекло. Ой. Ой, тормозим. Так, приоритет у тех, кто в кругу. Я не вижу никого, если честно. Зеркало мешает. Зараза, что ж так громко-то? Так, вон того... А, тот чувак, в общем-то, и не едет. Ладно. Эти, в принципе, мне должны уступить. Я так понимаю, это уже Варшава. Ага, да, это был, помню. Неограничение городское, значит, это по-любому город. Больше 40 тут гнать не надо.
хорошо. Попроще, да. Это была срочная доставка. А мне хватит денег еще на одну точку? Не, не хватит. Ну ладно. Хорошо. Значит, здесь по карте можно отметить 10 гостиниц. Вот, значит... А, у меня здесь есть гараж. Зачем мне гостиницы? В свой гараж могу проехать. Так вот, только... Могу-то, конечно, могу. Только вот так, чтобы побольше, так сказать, поисследовать дорог. У меня 21 минуты всего остается на это дело, так что... Надо быстренько, быстренько, быстренько... Пока штрафовать не начали. Что-то я не пойму. А как здесь поспать? Как в своем гараже подрыхнуть-то? Можно же как-то должно быть?
Не понял. Не понял конкретно. Должно же как-то быть можно подрыхнуть в своем собственном гараже. Но как, блин? Сука. Придется в гостиницу ехать. При наличии своего гаража придется ехать в гостиницу. Пиздец. И у меня разрядились магистрали, похоже. Да. Ну, в принципе, у меня там есть. Подсвет, это восклицательный значок. Блять. Простите, пожалуйста. Ну что ж такое? При наличии собственного гаража еду в гостиницу. Вот куда там еще один бред? Как ты оглушительно зеваешь? Я чихаю, тише, чувак. А, блин, я думаю, что так реалистично. У меня просто в реале тоже потемнело. Интересно, вал крутится? Вал не крутится, а в спинтаре скрутится вал.